Она еще школьница, но уже автор научных статей по экологии и волонтер, участница природоохранных мероприятий. А сегодня Виолетта Дюбченко стала лауреатом областной акции «Народное признание». И это уже не первое золотое сердце в их семье. Ранее победителем становилась мама. Я стараюсь призвать людей к тому, чтобы они сохраняли природу, сохраняли то, что они имеют вообще в этой жизни. В Самаре уже в 9-й раз наградили тех, кто каждый день на своем месте совершает добрые дела на благо людей. И в благодарность люди выражают им признание. Церемония по традиции проходила в зале театра оперы и балета. В этом году его коллектив также стал лауреатом в номинации «Единство и успех». Награду вручил губернатор Николай Меркушкин. Всего в 2016 году было подано 336 заявок, из которых общественный совет отобрал 70 кандидатов. А наиболее достойные определились уже по итогам народного голосования. В сети интернет, по почте и на пунктах голосования. Появилась и новая номинация «Поколение будущего», а самый младший победитель – ученик 4 класса. Дети, молодежь, молодые люди – это наше будущее. Если они активно участвуют в этой акции, это уже прекрасно. Это уже говорит о том, что рождаются вот те звездочки, на которых, которые будут светить и на которых будут равняться десятки, сотни, тысячи других. Народное признание получил коллектив областной универсальной научной библиотеки, предприятия, учебные заведения и спортивные школы. Примечательно, что в этом году итоги подводили уже после новогодних торжеств. Хотя 13 января для региона тоже праздник. День Самарской губернии. Она была основана 166 лет назад. Поздравление в адрес жителей области направил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. В Самарской области живут талантливые, инициативные и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и культурными традициями и много делают для того, чтобы качество жизни улучшалось с каждым годом. И эти слова, в первую очередь, в адрес тех, кто сегодня получил, может быть, самую важную награду в своей жизни – народное признание. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События».